протяжении последних нескольких лет предприятие активно занималось поиском ниши для выпуска гражданской продукции. Было принято решение об открытии здесь производства вакуумных пробирок для учреждений здравоохранения нашей страны. Тот научный и производственный потенциал, который у него есть, сегодня задействован для производства уже необходимой с точки зрения импортного замещения продукции. Есть непосредственно заказы на эту продукцию. Порядка 14% российского потребления вакуумных пробирок производится на нашем балашихинском предприятии. Планируется увеличение объемов производства, соответственно, открытие дополнительных смен и увеличение количества работников до 50 человек. Директор настроен бодро. Мы рады за те воплощенные идеи, которые были высказаны еще 4 года назад.